Добрый день, дорогие зрители, с вами Миллер, и сегодня я буду бегать за ЧВК. Попробуем не умереть вначале от какого-нибудь супер-мега продвинутого чувака. Опять на заводе. Возьму Сайгу. С ней, может быть, пытаться что-то сделать. Не Сайгу, а вместе с ней. Пытаемся не сдохнуть и кого-нибудь прессануть. Может, получится. То есть именно на PvP ориентируемся. Где-то я уже услышал рядом шум. То есть где-то враги уже рядом. То есть надо быстро углядываться. Сзади. Да, очень хорошо слышно ворота. Меня тоже. Ага, это конкретный чувак. Ага. На, блядь! Держи глаза, ты! Походу, это была целая группа. Ну вот одного завалил. Он там в каске был, в бронежилете. Вот, я ему ноги прострелил все, ну вот и он сдох. Ну, ничего я не могу сделать против гранат. И еще чего-то там, с чем он был. Ноги он закрыл, получается, своим этим. Вообще толком туда никуда, толком нигде не спрятаться, в общем. Вот, зато, ну хотя бы они в минус ушли. Немного. Это тоже вопрос спорный. Вот, ну, катка короткая, но жаркая. Всем спасибо за просмотр.